18 июля под председательством первого заместителя главы администрации Курголи Кургулиева в зале городской мэрии состоялось совещание руководителей. Заслушиванию подлежал отчет начальника управления образования Руслана Ибрагимова о проделанной и предстоящей работе в образовательных учреждениях города. Есть некоторые вопросы, которые мы в сентябре закроем, а так в основном мы те результаты, которые ожидали, мы их добились. В этом году, конечно, был еще достаточно жесткий контроль над медалистами, над уровнем подготовки этих медалистов, объективный, необъективный. Но те медалисты, которые у нас прошли, 40 человек, они все прошли, подтвердили по всем четырем предметам, которые были выбраны ими. В общем, по медалистам мы прошлись. Они практически все сдали документы в ВУЗы за территорию Дагестана. Я думаю, они подтвердят тот уровень знаний, который они получили в школе. 39 учреждений образования у нас в системе. Из них 23 школы, 8 детских садов и 8 учреждений дополнительного образования. Общий контингент детей по школам у нас сегодня составляет порядка 20 тысяч детей на 10 тысяч посадочных мест. И 1200 мест в детских садах, где сегодня 3500 человек. Думаю, такая информация образная, говорю. Мы заявили, чтобы нам перейти на односменный режим работы, сегодня нам нужно 15 школ построить в городе или же 10 пристроек к существующим нашим школам, чтобы выйти на уровень односменный режим работы, который сегодня требует к 2020 году, чтобы все работали в односменном режиме работы. Поэтому вот такая есть, значит, установка, по ним мы работаем, заявки подали, все мы сделали, но пока никаких движений нет. Руслан Ибрагимов в своем выступлении обозначил не только положительные результаты на республиканском уровне в сфере образования города, но и те моменты, над которыми предстоит совместная кропотливая работа в плане ремонта и обеспечения школ и дошкольных учреждений бесперебойным теплоснабжением в зимний период. Далее присутствующие поинтересовались вопросом изучения родных языков в школах. По городу никогда не было проблем с изучением родных языков. Всегда мы говорили, если ты той или другой национальности, родитель, ребенок должен знать этот язык. У нас вот такое, мы с родителями работаем, у нас таких случаев отказа практически нету. Если наш отец, мать разные национальности, там тоже выбирают один язык. И это одно, и второе мы всегда говорим, если вы говорите, что не хотите изучать родной язык, ваш ребенок аттестат не получит, потому что учебный план не выполняется. Родной язык, родная литература сидит в учебном плане, и по нему ставится отдельная оценка у аттестата. И самый большой охват по изучению родных языков по городам республики, это у нас неоднократно отмечали на всех уровнях. Так и дальше тоже держим эту ситуацию. В свою очередь Кургули Кургулиев подчеркнул, что городские власти приложат все усилия для восстановления и устранения имеющихся проблем в образовательных учреждениях города и поручил ответственным комиссионно выехать и решить вопросы. Также первый заместитель главы администрации выразил необходимость отметить благодарственными письмами и премиями учителей, благодаря которым сегодня город имеет более 40 золотых медалистов. Зарема Хайбулаева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа. Программа «Пульс».